На участке дороги, связывающей Кольский проспект и проезд Ледокольный, снова изменится схема движения. В городской администрации планируют установить дополнительную секцию правого поворота при выезде с дороги Дублера на главную магистраль. В момент красного сигнала будет возможность выезжать по зеленой стрелке направо. Такое небольшое изменение позволит водителям сэкономить время. Сейчас движение регулируется обычным светофором, и на участке нередко скапливаются автомобили, которые вынуждены стоять вне зависимости от интенсивности потока транспорта на Кольском проспекте. Также в этом году городские власти особое внимание уделят безопасности дорожного движения. Сегодня в Мурманске действует 8 пешеходных переходов с кнопкой вызова. Появится еще 16. Большинство из них будет располагаться рядом с образовательными учреждениями.